Ну-с, продолжим, ребята. Красться сквозь подземелье. Еще вот это такое. Блин, он. Ну серьезно, блин, он Bethesda, ну. Вы перестарались. Я уважаю ваш труд, но вы нахрен перестарались. Нет, я не мог пройти мимо. Предметы, так, оружие. Даже обычным его полностью заряжаю. Вот я болван, а. Ну, немножко опыта, немножко ништяков. Жалко, что не. Вот, кстати, если бы Skyrim вышел сегодня, например, то мне кажется, ну, то есть вместо Fallout, мне кажется, Центурионов можно было бы у себя дома собирать. И, по-моему, это было бы так круто. Просто подумайте об этом. Насобирать достаточное количество запчастей определенных, чтобы собрать одного Центуриона у себя дома для защиты базы. Правда, это точно так же сосало бы, как и играть в эти вот в этих недосимсов, но все равно. Это все еще сосало бы, но тем не менее. Заточить соловьиный лук. Удачи. Насколько я знаю, это либо невозможно, либо... О, господи, как это круто. Либо это невозможно, либо это... Ну, не без потери его эффектов. Но, по-моему, соловьиный точить невозможно. Поправьте меня, если я не прав. Ну и мне как бы хватает пока что. Ну нахер. Ну я слышал. А? Это значит, что там кто-то, какой-то человек есть? Кроме... Фалмерские прислужники, теперь все понятно. Теперь понятно, на кой черт там золото. Это я смотрю самый умный. Да, мод на хедшоты решает. В чем проблема, чтобы точить зачарованную пушку? Нужен навык ванит, броня точится с солями пустоты. Я на самом деле зачарованием никогда не занимался, так что... Руки у меня просто не доходили до этого. Может быть и стоило, я не знаю. Мне норм как пока что, знаешь, это просто ощущается как, ну, норм. Они все равно ваншотятся, например, в голову. Хотя и центурионы не ваншотятся. К примеру, драконы, естественно, тоже не ваншотятся. Так, там кто-то внизу, и, по-моему, их дофига. А что я сюда приперся, кто-нибудь мне скажет?
О, смотрите, у этого два уха. Клево. Возможно, это как раз-таки по квесту вот этих вот корней Нирна. Ну, спасибо. Черт, чтоб я еще раз чат слушал. На сферу вкуса, да. Нехороший ты человек. Так он пропал? Или улетел? Или что произошло? Я не понял. Фусрада на сферу, говорили они. Будет весело, говорили они. Но это было круто. Если кто-то скажет, что это было не круто, подумайте еще раз. А потом еще раз, потому что это было круто. Ну и куда без подколов стримера-то, да? Вот так вот. Ладно, я пойду по квесту, пожалуй. А то у меня и стрелы кончаться начали. Вультурьёл. Не палимся, не палимся, не палимся. Блин, интересно, что там внутри. Что, я просто так, что ли, заходил? Да. А тут нет ни черта. А тут нет ни черта. Кроме, я так полагаю, этих зловонючих корней, да? Они где-то орут, блин, а где непонятно. Зал собраний. Не, я не пойду никуда, короче. Пригласят по квесту, прогуляюсь. А так... Но в смысле, блин, если я не собираюсь собирать корни, другого квеста у меня пока что на эту локацию нет. И учитывая, что мне надо идти вон туда, скорее всего, то в другой раз. Интересно, как дракон сюда попал. Впрочем, кому какое дело, да? Внутрь можно зайти. Да, я вижу, но там... Не хочу, блин, я сейчас уйду куда-нибудь в какие-нибудь дебри. Не, ребят, в следующий раз... Дадут квест, схожу, окей? Если есть квест, скажите где, я его возьму, сходим. Если нет, то это скорее всего ради корней или малорелевантного лута. Как бы лут мне не нужен, корни я тоже собирать все 30 штук не хочу. Так что причины у меня по сути нет. Какой-то особенный. Здесь наверняка где-нибудь корешочек есть, да? Вон сундук. Сундук. Естественно, тут один корень. В самых занычных нычках, блин. Просто везде. Я чувствую, я после этого стрима пойду смотреть лор по Скайриму.
башням Зарк. Вот, мне туда. И как видите... Как видите, мне еще куда-то ползти надо. Так что я, пожалуй... Пожалуй, я выбрал правильный путь. Корни через 2 месяца резаются, как руда. Ага, то есть технически, ну, как бы это возможно. Просто стоять возле одного и пропускать месяц за месяцем, месяц за месяцем, а потом просто их собирать. Понятно, ну... Да, чтобы мне это нужно было. Ну, опять же, если я захочу упороться, я это сделаю. Я просто пойду и соберу их все. Нормально. Живица Спригана. Или Спригана, я уже не знаю. Так я уже не знаю, как правильно будет произносить это название. Так, Серебряное кольцо. Арганианский доклад. А чё я сюда пришел? А, записать словарь. Ой. Время сильно тупить, да? Черный предел, черный предел. А, да, я тут был. И в черном пределе я... Есть способ попасть сюда, минуя черный предел, потому что я не помню черный предел. В упор не помню, вообще не помню, чтобы вот это вот помещение я находил. Или здесь есть еще одна такая штука? Так, стоп. Просто дайте мне это осознать. До этого мы закидывали словарь на место. А в этом квесте мы записываем словарь. Ага. Хм. Интересненько, интересненько. На кнопку тыкай, пока вторая не откроется. Так все сделай. Не, это другое место. Я по сюжету... Ах, я по сюжету иду, офигенно просто. Только знаете что? Я не понимаю, что от меня игра требует. Так. Так. Это открылось, хорошо. Знаете что, как в прошлый раз с линзами я ни хрена не понял, так и сейчас ни хрена не понял.
Древний свиток. Тот самый древний свиток из названия древней свитки. Древнее знание получено. О, и ачивка получена, но вам этого не видно. Начато проклятие Алдуина. Простите, а куда мне идти? А, ну да, дверь. Двери — это круто. Двери — это круто. Я ничего тут не забыл взять. Ничего тут к полу приколотить не забыли. А если и забыли, то я это... Вообще, если и не забыли, у меня гвоздодер должен быть с собой. Нельзя читать свиток. Ну он же древний, блин. Наверняка никто и читать-то его не умеет. Да. Столько народу полегло. Я просто взял и прошел. Прикольно. Ни хрена себе у них картофель уродился, посмотрите. Вот это картофель, а вообще батька оценил бы. Это картофель, я понимаю, это картошка, блин. Посмотрите. Посмотрите на эту картошку, она размером почти что с эти перчатки. Картофель, охренеть. Я думал, это яйцо страусиное, а это картофель. Пошел нахрен. И полетели. Так, а теперь мне куда? Записать слова. Так, мне надо еще записать слова. Карта мира. Итак, его надо записывать вот тут. Угу. Стоп, стоп, стоп. У меня что, квест сглючил? Скажите, что это так, пожалуйста. Или я вообще не то и не туда, как обычно. Или что произошло? Портурнаксу. Панорамикс! О боже. Я словарь забыл. Черт. Я понял, все. Минуту. Сейчас собаку успокою немножко и вернусь. Буквально полминуты. Прошу прощения, да, что-то скачет, 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 скачет.
Во. Я думал, что он исчез. Там не было ничего. Проклятие Алдуина. Вот теперь можно подняться. С тюрьмой квест в Маркерте? Нет, еще не делал. Ну, вообще делал в прошлом прохождении, но я как бы туда не допрошел. Как бы не допрошел. Ай, ё-моё, не тот рычаг, да? Не-не-не, я туда не пойду. Моя туда не идти. Да вроде тот нажал. Может, я как-то вот так вот. А, да, я, наверное, вот так как-то сделал. Как-то вот так и нажал на него. Случайно. Так, теперь у меня два квеста. Во-первых, пост Септимия Сигония. Так, да, давайте к нему сходим. Там этот куб огромный. Да, и в Genial System я видел этот комикс. Потрясающий, по-моему. Кто не видел, не знаю, Винни-Пух, Довакин, наберите там на Пикабу каком-нибудь. Это просто шедеврально. Здравствуй. Копай, Двемер, в потустороннее. Я познаю твое неведомое и поднимусь до твоих глубин. Когда был построен последний этаж, больше некуда было. Это был и есть истинный апофеоз. Почему тебе так не терпится открыть ящик? В ящике сердце, сущность Бога. Я всю жизнь посвятил древним свиткам, но их знание — лишь мимолетная догадка в сравнении с разумом божества. Последними его коснулись две миры. Все думали, что его уничтожил Нереварин, но мой господин сказал иначе. Кто твой повелитель? Деидрический принц неведомого. Хермеус Мора. Я думал, что не осталось уже тайн для меня, пока не поговорил с ним. Он требует цену, исполнять его волю. Парочка убийств, раскол, эпидемия другая. Ради тайн я готов на это. Потом он привел меня сюда, к ящику. Но он не говорит, как его открыть. Сводит меня с ума. Я бы особо не доверял Даэдра, потому что они все еще козлы, но... Вот готовые слова. Держи. Давай его. Быстро. Невообразимо. Теперь я вижу. Запечатывающая структура рассекается на мельчайшие фракталы. Кровь Двемеров может ослабить крюки, но она не течет в живых жилах. Доспехи их братьев можно собрать для факсимиле. Обман. Они такого не ждали, нет, даже они. Кровь Альтмеров, Босмеров, Данмеров, Фалмеров и Арсимеров. Живущие эльфы дадут ключ. Принеси себя к всему экстрактору. Он выпьет свежую кровь эльфов. Приди, когда соберешь все разновидности. Да. Теперь нам надо собирать кровь эльфов. Ну это вообще как два пальца обколоть. Вот. Потому что я как минимум... Как минимум я чертов эльф. Как минимум одна кровь у меня уже есть. Shut up, you stupid old crazy man. Обратился глиной и поглотил меня. Это еще что за... Кто ты?
Можно я телепортнусь отсюда, пожалуйста? Я не хочу. Просто не хочу. Там страшная бабайка. Мужик, там бабайка страшная. Я не пойду. Мужик, бабайка там. Заполненный словарь. Действительно можно украсть? Да! Не, я не хочу. Не знаю, что это потом даст мне, но... Да, блин, поднимайся. Тентакли? Я не хочу с тентаклями. Там все плохо заканчивается. Подойди ближе. Окунись в мою ауру. Воу, никаких аур. Я б не по этому делу. Никаких мальчиков, животных и аур. Это мое первое правило. Только девочка, только правильный выбор. Кто ты, чудище? Я Хермеус Морра. Я страх невидимого, знающий неведомое. Я следил за тобой, смертное существо. Я доволен. А я нет. Потому что ты переигрываешь. Очень сильно переигрываешь, мужик. Ну или что ты там такое? Че ты от меня хочешь, чудище? Твоя помощь Септимию делает его все менее необходимым. Он хорошо послужил мне, но время его на исходе. Когда этот адский ящик откроется, Септим перестанет быть мне нужен. Когда придет этот час, ты займешь его место, станешь моей дланью. Что скажешь? Вообще я не хочу к нему присоединяться, но мне жутко интересно. Поэтому я в вашем распоряжении, повелитель. О да, приди ко мне, когда ящик будет открыт, и все станет понятно. Мужик, ты ему не нужен. Беги. Нет? Ну да, он слишком занят расхаживанием по квартире, хотел сказать, да. Ну, если это можно назвать квартирой. По внутриайсберговому пространству. Интересно, а, кстати, он вот этими вот свечками всякими, вот фонариком вытопил себе вот эту пещеру или как? Или он так вот лежал с аккуратным таким удобным входом и... Ну ладно. Пока не выполняю квест на кровь эльфов, для начала выполни основной квест с этим безумцем и квесты ДЛС на Солтсхейме. ДЛС были потом запланированы, но попозже. У Шаогарата в Скайриме? Нет, не делал квесты, наверное. Я не знаю, что такое Шаогарат, поэтому я, скорее всего, их не делал. Да, и теперь у нас квест, двигающий сюжетку, Алдуин, но Алдуин, конечно же, потом... Так, сегодня уже прошло 5,5 часов орка Фалмера. А у меня есть какие-нибудь? Да у меня даже указателей никаких нет. Ну, я в любом случае пока что этого делать не буду. Так, да, и в принципе это все, что я хотел сегодня сделать. Давайте еще по-быстрому пробежимся грабеж и рыбалка. И я закончу на этом сегодня и эпизод для Ютуба, и, собственно, стрим. Он аккуратно протоптал эту яму, он ходит по квартире, тем самым расширяя ее. Ах, вот оно что. Он просто исчезнет, и будут некоторые проблемы. Окей. Сиськи. Так, что я сюда вообще пришел? Лучшее, а, да. Украшение во всем.
Да ладно, вон, видишь, ходит, какие украшения у нее. Из корсета вываливаются. Пожалуйста, скорее не зависай. Спасибо. На этот квест лучше всего делать на 50 уровне. Шагарат — это Дайдра безумец, его квесты бредовые, но веселые. А у Дайдра бывают нормальные квесты? Текс, что у нас там есть? Лучше красться, я уже убедился на своем опыте. А то, блин, бывает, не ожидаешь нифига. Что кто-нибудь дома будет. Ну, потому что день, как бы, и дома закрыты, все на работе, типа. Вот, а потом оказывается, что какой-нибудь ребенок спит. И оказываешься в одной очень неприятной ситуации, когда тебя начинают гнать из этого дома. Здесь, походу, никого нет. Эта яма появилась вследствие подгорания пердака от бессилия открыть ящик. Слушайте, одна теория просто круче другой. Так, и мне еще надо... Да, вот сюда. Виндхельм. Шагарат самый добрый из всех Дайдра, по крайней мере, в Скайриме. Не, они прикольные. Я хочу артефакты Дайдра собрать, почему бы и нет? С Сангином он уже бухал? Да, это был веселый квест. Жениться на козе, конечно, да, я не ожидал. Это обе, да, двери? Да, ну, на всякий пожарный. А то вдруг, знаете, помещения бывают разделены вдоль. Па-дам-па-дам-па-дам. Я плаваю на северном ветре. Мы сейчас стоим в Виндхельме. Ага, плаваешь, говоришь? Да, очень интересная история. Классно вообще, просто супер. Я так люблю море. Одна из самых любимых мною. Ник Света верит, что на козе. А может, не на козе, я не помню. Я помню, там было какое-то домашнее животное. Если это был сам Сангвин, то я не удивлен, скажем так. Нет, прежде всего рифма, дура. Я смотрю, это самое укромное убежище. Господи, я и то лучше спою. Каждую ночь я гуляю по кварталу Сер и говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Убей им сам себя, пожалуйста. Изгоним им перца, в землю нашу вернем. Защищать край родной будем мы день за... На вражей надо было за кольцо. Честь тебе, а, так. Не... Никс, на вражей надо было за кольцо не платить. Что?
Словно мать твою, ублюдок, а ну иди сюда, дерьмо собачье. Нет. Сдохни, Ульфрих, изменник лихой. Бард батл. Настроить микрофон, короче, искать бардов, когда они поют песню про, в честь Ульфрика, просто начинать петь им в ответку. У них там как раз пауза между куплетами, можно свой куплет туда вставить. Бла-бла-бла. Нет меча сильнее во всем Скайриме. Да ты бомж, кому ты нужен? Смотрите, топор тут лежит. До сих пор не верю, что Изабеллы больше нет. Фу, да пошел ты. Была чудесная девушка. Да, и ты тоже. Неплохой чувак. Блинский еж. Надеюсь, ты тут не какой-нибудь грабеж замышляешь. Да нет, тут карманную кражу. Что-то, расслабься. Такой грабеж. Что вы? Я правил копопойку с доэдром. Я не помню, короче. Ладно. Я потом буду проходить этот квест и... В общем, видно будет. А, мне же в риф там, да, как раз таки. Ну-ка, можно сейчас будет туда этот квест триггернуть, нет? Сделайте же что-нибудь. Если ты за подаянием, обратись к моему мужу. Если просто хочешь поболтать, меня не против. Болли где-то здесь, собирается скармливать беднякам эти свои бредни про Мару. Держи, мужик. О, спасибо! Почему бы тебе не подойти к моей оружейной палатке сердце на рынке? Ладно. Или только быстро? Я научу тебя эффективно использовать легкие доспехи и быстро работать ногами. Так, что у нас там с левелом? Так, короче, я вообще я не учил этот навык. Вот этот. Ну я выучу его просто, чтобы там уроду подкинуть потом. Возвращайся, само когда собой, у тебя... Я... Золото. Мне оно... Очень пригодится. Со мной говорить. Колечко на память, колечко. Вот, так о чем это я, да. Рифтон, пчела и жало. Приходить сюда после того, что случилось с Керавой. Я ее встретил, как по традиции чернотопья. У меня уже есть золотое кольцо, но в него... А не при мне. Я даже не знаю, что это... Вот, прошу, прими это в награду за свою жертву. И я, мы тебя отблагодарим. Классно, яд!
Ап. Нашел местечко. Конец тебе. Делайте же что-нибудь. Отсюда. Вау, вау, нельзя, ребят. Не двигаться. Приказ Ярла. Я Тан Ярла. Требую, чтобы меня отпустили. Нет, я из гильдии. Может, договоримся? Я могу решить твои неурядицы со стражниками. Но... Да, избавь меня от штрафов. По рукам. А теперь жив отсюда. Ну нет, 12 золотых. Значит так. Значит так. Че все так взъерепенились-то, а? Ну, чего ты хочешь? Если это насчет медоварни, то поговорим позже. Я так понимаю, ты отвлекаешь меня. Ты вроде не прочь выпить. Как насчет недорогого меда? Наши улыбки вслед твоим шагам, друг. Ага. Я пытался его обнести, а он такой: эй, привет, друг. Ладно, черт. Этот мужик в любом баре спавнится. Но в таверну я не захожу почти. Ай, наны, наны. Какая хорошая ожерелочка, да? Барс и медовая рука. Если хочешь что-нибудь продать за хорошую цену, приходи ко мне в заложенную креветку рядом с рынком. Слышь, креветка, уматывай. Я хочу кое-что... спереть за неплохую цену. Продать, а, сейчас. Вон у меня свои барыги есть. Сейчас все продам. Не спрашивать, точнее как продам? Конечно, нет, не продам. Но натырить-то натырю. А то что он мне яд подсунул, блин, за 3 безупречных аметиста? Ну как я вам, а? Хорош, да? Да. Уважаете меня, спасибо. Наконец-то двери позакрывали. Векс. С хорошими новостями, надеюсь. С той кражей мы покончили. Неужто все получилось? Хорошо. Вот твоя доля. Спасибо. Думаешь, это все? У меня еще полно для тебя работы. В другой раз. В другой раз. Эй, Делвин. Итак, чем могу помочь? Рыбалка прошла на ура. Молодчина. А вот и твоя часть добычи. Ты куда это? Тут работа есть. А-а-а, пошел в жопу. Что тебе спереть-то можно? Сэр, вы не могли бы не палить? Ясно. Да, на этом предлагаю на сегодня закончить вообще со стримом и со Скайримом в частности. В принципе, прошли сегодня Аванчанзл, сделали словарь, взяли квест что-то там про Алдуина. И я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, товарищи, на YouTube, Twitch, Twitter, ВКонтакте, следите за анонсами стримов. Напоминаю всем, что стримы идут ежедневно с понедельника по пятницу в 15.00 по Москве. Отдельное спасибо тем, кто сделал донейшены и подписался платно на канал на Твиче. Подробнее про платную подписку можно почитать по команде восклицательный знак SAP на Твиче. Если что-то непонятно, спрашивайте в группе ВКонтакте. Ждите новых видео. Всем удачи, всем пока-пока.